Тобик, а ну вышел оттуда. Гляньте на этот капец. Поразбрасывали баклажки. Все поразбрасывали. Играются они, понимаете? Убирай после них потом. Гляньте на этот капец. О, бог ты мой, аккуратненько. Ай, куша, аккуратненько. Играются, играются. Тихо. Аккуратненько, ай, куша, аккуратненько. Ой, ну посмотрите на этих бутузов. В общем... так, не деритесь. Решила я, наверное, в четверг буду убирать свинью. Вроде бы она уже успокоилась. Буду убирать в четверг, потому что перед праздниками надо ее убрать. Она много ест. Сейчас пойду нарву травки. Это я вышла, хочу у поросят немножко тут убрать. Они вон, видите, как играются, бегают. Вчера пришла, Айк съела ручку от моей сапки. Ой, буду теперь с кривой ручкой работать. Поросята растут очень хорошо. Молоко свое дело делает. Козье молоко вещь. Можно и комбикорм покупать. Они даже еще лучше растут, чем на комбикорме. Вообще, гляньте на спиняки эти. Это им сколько? 12-го они родились. Сегодня месяц и неделя. Гляньте, какие здоровые. Я их даже с трудом поднимаю. Ну, как поднимаю, конечно, поднять-то я могу еще их. Но такие холеные, хорошие. Гляньте, как они наяривают травку. Малявки. Он нормально так заходит. Ой, молодцы. Кушайте, кушайте. Я им здесь сделала. Настелила им тут. У них тут тепленько. Машка тоже, гляньте, как наяривает. Травка-муравка, да? Любит все травку. Кушайте, кушайте. Травочка очень полезная. Там витаминки. Не надо мне ноги есть, там нет витамин. Травки есть. Вот. Такие хорошие, гляньте, как хорошо кушает. Молодцы. Я сегодня приняла решение, что, наверное, буду одну козочку продавать. Потому что у нас тут что-то еще неспокойнее становится. Надо уменьшать хозяйство. Если вдруг что, чтобы можно было куда-то хоть кого-то спрятать. А то я таких много и не спрячу. Ситуация не улучшается, а ухудшается. Поэтому надо как-то думать наперед, чтобы потом не носиться с ними всеми. Ой, потому что с козами тяжеловастенько. Хоть и травка, конечно, идет. Но тяжело и выводить надо, и прятать надо. Пока две хочу оставить, а там посмотрим. Ну, фея однозначно остается, потому что она молоко дает. А девчат посмотрим как, потому что... Не знаю. Айкуша там на кого-то ругается очень сильно. Кушайте, кушайте. В общем, Машенька наша скоро уедет. Ну, молоко вроде перегорает. Да перегорело уже. Просто что-то все равно как-то у нее. Свиноматка же. Все, я пошла.